«Газпромнефть» подвела итоги работы за 2018 год. Компания укрепила позиции в тройке лидеров по добыче углеводородов в России, нарастив показатель до 93 миллионов тонн нефтяного эквивалента. Чистая прибыль за 12 месяцев – почти 380 миллиардов рублей. Увеличилась и реализация бензина на АЗС «Газпромнефти». Комментируя результаты работы, председатель правления «Газпромнефти» Александр Дюков отметил, что устойчивый рост финансовых показателей дает возможности для успешной реализации инвестиционных программы компании. В 2019 году мы продолжим стремиться к максимальной эффективности всех бизнес-процессов, применяя новые технологии и гибко реагируя на конъюнктуру рынка.